your mentor, yeah. So that's... Okay, cool. Чё, месяца ли твоя попка туда? I'm following you. This is the popka of Елена. Show me yourself. Покажи. Ah. Turn again, turn again. He said, I will not fit the wet suit. Just a challenge. See? He's a nice guy, yeah? The wind is coming from the beach, which is good for the waves. See? These waves are big and dangerous. Shh. Be careful. Okay, guys, give me 2 seconds. Showing off? Yes. Yes. Strike pose. Strike pose. О, волна! Давай, Наташ, бери ее! Сегодня реально повезло, потому что кроме того, что мы классно посерфили, постояли на доске, вот, кроме того, что были сегодня очень хорошие волны, несмотря на то, что мы находимся в Голландии, мы нашли вот, смотрите, вот такие вот создания чудесные. Что это, Лена? Это скульптура. Скульптура? Из пластика, да? Из трубок она сделана? Да, они должны двигаться, но они, наверное, закреплены сейчас, чтобы никуда не улетели. Да, они, короче, ветер дует, и они ходят сами. Это очень известное искусство. Его один голландец делает, я не знаю, кажется, его Хэнк зовут, да? Короче, Хэнк делает это. Сейчас Хэнк, наверное, не дома. Вот, и сейчас вот они здесь стоят. А вот там какие-то животные создания. Где? Это, кажется, медведи какие-то, нет? Да. Пойдем посмотрим на них. Как тебе вообще сегодняшний плавательный процесс? Замечательно. Этим надо заниматься почаще. И ты взял волну, нет? Ну, 2 раза. 2 раза? А ты? Да, 4 раза. Я встал. Прикинь. Ощущение, наверное. Офигенно. Король. Ну, значит, ты решила стать серфером, нет? Я решила просто пробовать те вещи, которые я давно хотела попробовать, но все время откладывала, нет денег, нет времени. Или его реально не было.
Ясно. Ну, мы сошлись... Она появилась, и я решила дерзнуть. Сошлись на том, что это место чем классно, что здесь не так, как на Скейфенинге. Здесь, во-первых, не людно. Бесплатная парковка. И что еще? Красивые волны. Но это усики, нет? Смотри. Как ты думаешь, как он до этого докатился? Он творческий человек.